Как думаешь, у меня однажды отрастут здоровенные сиськи? Не знаю, накрой на стол, пожалуйста. А постучать, черт возьми. Тупица. Вообще-то это моя комната. Сложно уступить ей комнату? Папа! Да, сложно. Почему не попросила Марка? Твоему дяде нужна свобода творчества. Писать? Однако, на мой взгляд, вы похожи на пару на грани развода. Добрый вечер, Марис. И могла бы называть меня папой. Не дави на нее. Ты следи за воспитанием своего сына, а я займусь своей дочерью, ладно? Тебе помочь? Каждый день убивают 3 миллиона животных, которые живут в тесноте. Представляете, какой стресс они испытывают? Ты просто жуткое трепло. Папа умер. Похороны послезавтра. Едете в отпуск? Да. То есть, нет, на похороны жены моего отца. То есть, отца моей жены. Когда ты смотрел на меня вот так? Я слишком старая. Мы путешествуем, посещаем незнакомые места. Простите, мадам. Да? Чем приезжать, лучше бы отведали местные блюда. Ладно, это отвратительно. Однако тоже опыт. Довольно уроков жизни от папаши Кастора. Ты моя проблема. Ты дотронулся до меня? Ты агрессивен. Алло! Это влияет на отношения Люси. Какое отношение? Нет, Люси, я хотела сказать... Ты мне не мать, Клэр. Занимайся своим отцом, вашими недомолвками и разборками. А почему дедушка вас бросил? Он нас не бросал. Кто тебе такое сказал? Мы сейчас нужны, Клэр. Ты даже не стараешься. У тебя грустный вид. Это чушь собачья. Он не виноват в ее смерти. Перестань туфту гнать! Я бы хотел, чтобы вы как-то разобрались между собой. А сегодня подходящий день для прощения, нет? Путешествие из Парижа.